Президент Якоби попросил СБС расследовать внезапное разрушение Фрипорт-7. До сих пор неизвестно, является ли это случайностью или умышленным нападением. Первые из уцелевших сегодня прибыли в Манхэттен. Скорая помощь. Серьезно раненые есть? Один. Внутри. Позаботьтесь, чтобы он выжил. Он мне должен немного кредитов. Ваше беспокойство очень трогательно. Мы сделаем все, что в наших силах. На это может уйти время. Официально СБС утверждает, что нет доказательств того, что разрушение Фрипорт-7 было умышленным. Но источники внутри СБС подозревают опасную преступную организацию «Орден». Мы будем держать вас в курсе событий. Пиво есть? Эль пиво свободы, дружище. Отлично. Ее зовут Джунко Зейн, крутая баба. Кто она? Она из СБС. Все дела, если работенка, это к ней. С другой стороны, если ищешь чего-то большего... Что мне сейчас надо, так это выпивки. Я ж тебя знаю. Нет, я так не думаю. Новости. Видел твою физиономию в новостях. Ты ведь один из уцелевших на Фрипорт-7. Да. Слышал, что не сладко там было. Знаешь, тебе повезло, что ты жив. Ха. Я тебя угощу, дружище. Хорошая штука. Спасибо. Ведь не каждый день выпадает шанс начать все заново, да? За вашу удачу в свободе, сэр. Благодарю. О, блин, ты сюжетка есть. Спасибо. Так. Когда вы находитесь на базе или планете, появляется ряд кнопок в верхнем углу экрана, благодаря которым вы можете перемещаться по различным локациям, наведение курсора мыши на кнопку. Появится всплывающая подсказка. На... Команда задания. Нажмите на персонажа в комнате, поговорить с ним или с ней. Нажмите на кнопки экрана в верхний ряд середины экрана, перейти в этот экран. Нажмите кнопки службы в верхней части экрана в нижний ряд, пользуясь услугами этой зоны. Еще. Приветствую, чем могу помочь? Эй, что у тебя? Впервые здесь. Ага. Да, у меня есть то, что вы ищете, мистер. Зови меня Трент. Я работаю на полицию свободы. Это наша база. Между нами я слышала кое-что. Продолжайте. Вот что я слышала. Не секрет, почему адмирал Шульский здесь. К
канцлер. Неман послала его, чтобы договориться с президентом. Многие в парламенте полагают, что Неман стоит за наведением Фрипорт 7. Шуйский должен ускорить свободу и Верховный суд во время, как Рейнландия продолжает набеги на пограничные миры. Известно, что Рейнландия в течение нескольких последних недель нарушила границы. Спасибо, это интересно. Прекрасно, вы не пожалеете. Я понимаю, о чем вы, но у меня столько людей не наберется. Джуни, обстановка изменилась. Группы вроде Ордена получают все больше свободы. Это угрожает нашим прибылям. Кое-кто в правительстве думает, что нам надо усилить патрули в этих районах. Ты Джун Казейн? Да. Уверен, тебе есть что обсудить. Подождите. Полагаюсь в этом деле на тебя. Извини, бармен сказал, что ты работаешь на службу безопасности свободы. А вы на кого работаете, мистер? Трент, работаю на себя. Какой у вас корабль? Я потерял свой на Фрипорте 7. Понятно. Вы надолго в свободу? У меня друг, который пострадал в том нападении. Он в больнице. Я буду тут, пока его не выпишут. Вообще-то мне пригодился бы хороший наемник, мистер Трент. Я буду на складе оборудования, там встретимся. О, если мы будем вместе работать, зови меня Джуни. Джуни. Прикольно. Вернитесь, встретитесь с Джуни. Где у нас Джуни? Так, это... Бар. Торговец этот чёрт. Новый корабль. ВВП. Это бар. Торговец товаров. Смотрим, что тут у вас есть. Есть кто? Рада видеть. Вы готовы работать на СБС, мистер Трент? Просто Трент. Расскажи, что можешь предложить. Мне нравится. Вот, я нашла этот корабль для вас. Он очень простой, в нем нет механизма прыжка, но этого будет достаточно. Это задание будет простым. Все, что надо сделать, сопроводить конвой с продуктами и медикаментами. Вы будете в звене Кинга, я скажу им, чтобы ожидали вас. Конечно, если вы заинтересованы. Задание экспортировать конвой с продовольствием и медикаментами из форта Буш, горнодобывающей колонии на планете Питтсбург. Командир операции Майкл Кинг. Каждая встреча с вами с помощью механизма Манхэттена. Служит разведка шестерых, если как не опасны, возможно, атаки пиратов, награду 200 кредитов принять. Звучит неплохо, я согласен. Хорошо, но мне пора. Сейчас ваш корабль привезут. Ты должен пойти на посадочную площадку и взлететь. Кинг будет вас ждать у кольца стыковки в космосе. Увидимся, когда вернетесь. Спасибо. Так. Так, пауза, сохранение, кстати. Так, площадь F1. Пауза. F1, чтобы сохранить игру. Сохранить на базе, перепланете, загрузить игру. F1 плюс. Команда статуса. Клавиша F6, это правильный блок. Верхняя высотная карта, известных систем. Карта F7. Так, или кнопка с коробкой отображает манипулировать. Инвентарем. Клавиша F8, кнопка персонажем позволяет изучить статус репутации игрока. F9 клавиша позволяет выяснить информацию о текущей зоне.
Ну, погнали. Понесло. Жить с Кингом в космосе. Так, это как управление. Ты должно быть Трент? Я Кинг, руководитель этой операции. Я связался с главным транспортным кораблем конвоя. Они завершили все проверки и готовы лететь. Мы должны без проблем долететь отсюда до Форта Буш, а оттуда до Питтсбурга. Готов? Рад встрече. Это крейсер Ринландии? Это Данау, флагманский корабль адмирала Шульцкого. Он в Манхэттене, чтобы встретиться с президентом Якоби. Держи дистанцию. Станция Нью-Йорк, говорит Данау. Просим разрешения на стыковку, прием. Есть, Данау. Добро пожаловать. Ваше место стыковки 6. Свобода приветствует вас и адмирала Шульцкого. Данау, имейте в виду, мы засекли неизвестные объекты. Будьте начеку. Вас понял, Нью-Йорк. Всем истребителям приготовить орудия. Так точно, готов к атаке. Понял. Отслеживаем подлетающие корабли. Неопознанные корабли. Это станция Нью-Йорк. Вы входите в закрытую зону. Немедленно смените курс, или мы откроем огонь. Нью-Йорк, не вмешивайтесь. Мы здесь, чтобы защитить президента. Шульцкий предатель. Тревога. Данау под линком. Спустим все спасательные и защитные отряды. Всем основным истребителям вступить. Огонь сразу. Всем истребителям. Нет. О боже мой. Ой-ой-ой, экран. Черт! Они взорвали Данау! Нью-Йорк, это патруль СБС Гамма-6. Вступай в бой с врагом! Слет разрешен. Понятно, Гамма-6. Кость, блин, загнать. Орден захватит Зебра. Звено сопровождения, стрелять без приказа. Вас понял, стреляй во все вражеские корабли. Тред, мы не можем дать им уйти, в атаку! Нью-Йорк, нам требуется подкрепление. Перехватчики в пути. Колорадо и его сопровождение летят сюда. Есть, дальше как сейчас. Есть, я по нему попал. Всем сборщикам ищите выживших. Всем остальным возвращайтесь к своим обязанностям, но будьте начеку. Тренд, нам тут больше делать нечего. Транспортные корабли ждут на Форте Буш. Я загрузил прикольно тебе ключевую точку. Лети к ней. Вас понял. Возвращайтесь на базу. Я не могу в это поверить. Как им удалось так близко подобраться к Манхэттену? И их не засекли! Сначала Фрипорт 7, теперь вот это. Ситуация выходит из-под контроля. Быстрее надо лететь, чё он в кольце летит. Тренд, ты первым.
знаешь, как пользоваться торговой линией? Тебе надо выбрать стыковочное кольцо торговой линии, а потом использовать стыковку вверху экрана. А там уж твой навигационный компьютер справится. Направление.